Кушки сосен уже осветило, рассвет встает. Фукс, на каком дереве это? Скажи мне, кто сидит на каком дереве? За кем ты только что гонялся, блин? С криками по всему лесу. Фукс, где? Покажи, где? Кого ты лаял-то, блин? Скажи мне, кого ты облаивал? Ну-ка покажи. Голос. Хрена не видно никого. Фукс, на кого ты лаял-то, блин? А? Олень, блин. Так а чё, он за белкой, что ли, по всему лесу гонялся только что? Блин. Дурачина. Вот Саша что-то там складывает. Нашел очередной занор. Ага. Самый интересный занор в моей жизни. Пока ничего кроме альбита нету вообще. Один альбит, гребенчатый. Слушай, опять как-то не так показывает. Снимай. Я не говорю, что там что-то не то. А вот ты... это, как бы, помнишь, мы на этой, на яме снимали? Функция какая-то. Да, какая-то, как этот, как бы запаздывание. А аккумулятор не зарядил, да? Да ты что? Он полностью заряжен. Он показывает, что одна часть осталась. Ну, что я могу поделать? Он полностью заряжен был. Ну, хорошо. Сел, наверное. Напрочь. Вон альбит, какие друзы. Ну, сейчас. Друзы альбитовые. Подожди, держи, держи, сейчас я наведу. Угу. Альбит. Море, кристаллы чистые, большие, красивые, чуть не прозрачные. И дымчака нет, да? Дымчака нету. Нету ни дымчака, ни... Фукс, а, Фукс, ты чё там? Много. Чего много? Силицита. А, ну это хорошо, слюдка. Силицит попадается. И всё. Хм, странно вообще. Часть жилы. Всё? Странная часть жилы, говорю. Но он почти прозрачный, белый есть, прозрачный. Красивый, да, не лунный камень, но очень близок уже. Вот теперь показываю 35 метров. 0 часов 35 минут. О! Чё? Да, что такое? Чё там? Да, это, наверное, да. Да. Держи, я снимаю. Папа не видно, очень мелкие кристаллы мусковита в альбите. Да? Но, может, горловина занора, нет, с другой стороны альбит он